Вот, беру за 12 у них рубасов, 12 косарей. Ну и туда, в Европу, за 800 косарей евро уходит вообще. Да это неплохой навар так-то. Ну так-то в ус не дуем, ёпта. А по остальным вещам тогда раскидай, что на тебе, почем ты купил и почем ты можешь загнать. Ну смотри, вот эту где-то за 12, по-моему, взял, вот этот в районе там, я не помню, 12-15 вот так продал, также опять 800 тысяч евро. Портки также, по-моему, 12, короче, тоже продал в районе 800. Ты что, на коленях стоял, чуть грязные портки? Я сегодня на метро просто ехал, там шоссе энтузиастов стоит, короче, пришлось на метро с перовых, короче, вот. И это там споткнулся, сам знаешь, какие люди ездят в метро. Пахнут грязные, ну, немножко завафлил. А так, не, нормально. И кеды? Вот это самая коронка из всего. Кеды, короче, это Джорданы такие там. Ну, ты сам понял, да? Как думаешь, за сколько взял? Блин, ну такие стоят очень дорого. Пару тысяч евро, может, даже 2,5. 14 тысяч рублей. Да, их продают вот по 2,5, да? Я, короче, где-то вот их отдаю в Италию, где-то там в район Пизы, куда тут последний раз был, их за 1,5 вот вообще отдал. Чувак пишет: о, сеньор, пор фавор, там.